Приятного аппетита! Привет, ребят. Моя дочка Леночка, она очень развитый ребенок, не по годам, она интересуется практически всем, она очень много знает о животных, смотрит различные документальные телепередачи, рассказывает о водном мире, любит книги, любит общение. Ну, в общем, хвалить я ее могу до бесконечности, потому что действительно хороших качеств в ней очень много. Но есть одно качество, с которым я борюсь, и у меня ничего практически не получается. Это ее бардачность. Вы себе даже не представляете. Почему не представляете? Представляете ее комнату. Там постоянно этот творческий бардак неимоверный просто. Поэтому я уже испробовала все методы, я ругалась. Это не помогает. Я наказывала, отбирала у нее любимые какие-то занятия, игрушки, фломастеры, видеоигры, книги, кошку даже прятала, не кошку, а кота нашего. В общем, все это делала, ничего не помогало. Несколько раз даже я собственноручно разбирала у нее в шкафах. Если помните, снимала только таймлапсом, потому что у меня ушел целый день на это. Я решила новый метод. Я теперь сказала, сама это делай, я просто за этим наблюдаю, никуда из комнаты не выхожу сегодня, стою и просто вот это сюда складываю, это сюда, чтобы она знала место каждой своей. Но это, посмотри, вот, я сказала, что я ее не оставлю в покое, пока мы не разберем в ее комнате, не разберем, а вернее она не разберет. Ее сомнения понятны, ведь она принцесса, почему она должна этим заниматься, но я сказала, пока официальный титул не получен, будем пока наводить порядок собственноручно. Так что сегодня в комнате ее она собственноручно наводит порядок, правда, под моим руководством. Проблема в том, что она делает только выхожу из комнаты, она забывает, что она делала. И начинает играться. А я вот не оставлю в покое, не уйду сегодня из комнаты, пока мы вот это все не наведем здесь порядок. Муж мимо проходит, такой спрашивает, что стоишь? Вот все стою, уже 2 часа здесь стою, но результат, так сказать, налицо. Тут еще за кроватью она пока убирает, но здесь вот все, она убирает. Ай, Лена, зачем ты камнем мне прямо по пятке? В общем, хотя бы разложила, а теперь понятно, что и где. Виновата ли я, что мой голос дрожил, когда пела я песни ему? Короче, я знаете, что делаю? Я капсулы от кофе освобождаю. И раньше, если я из кофе делала себе скраб, то и сейчас делаю, в принципе, то в этот раз я поливаю этим раствором цветочки. Вернее, быть, наши посаженные растения с Леночкой. Мята у меня будет, знаете, какая? Бодрящая. Не знаю, каким образом это может подойти к их французским кушаньям, но ставлю все-таки на стол капусточку. А это что скажете вы? Да, обычные лангусты. Нет, это филе курицы. Просто вчера же Жука его замариновала. Он приобрел такой оранжевый цвет и очень легкую текстуру. Так что еще и салат он сделал сам сегодня. Но я капусту на всякий случай принесла. Мало ли. Собаки, отдыхаешь там, да? Нашел себе местечко. Партизанчик ты масенький такой. Сегодня, я не знаю, с какого фига, Жужука сказал, я пойду кормить бездомных кошек Стел. Ну, пусть идут. Умничка, вот красиво как. Давай, поставь на стол, будет у нас красота. Яркая цветная кухня Фредо. Кстати говоря, я делаю сейчас большую зачистку, большой минаж, так сказать, на своем канале. Я нашла огромнейшее количество просто рецептов, которые я готовила в то время, когда мы оставались одни. Стоял, ты очень маленький был, ему еще там 2 годика было. Я тогда только начинала готовить. Что-то я какая-то непричесанная. Так вот, я нашла все эти рецепты и
Сейчас я вам скажу, когда. Ну, на следующей неделе. Ну, давайте с понедельника, наверное. Они начнут выходить все прям вот каждый день на канале Ля Дом. Вот где-то сейчас появится ссылка на него. И там будут вот эти вот все рецепты, которые я когда-то готовила. Там и сладкие блюда есть, и какие-то мясные, рыбные. Правда, все это снималось еще старой камерой. Но, и тем не менее, удовольствие можно получить просто от самого рецепта. Они там коротенькие, такие 3-5 минут, но очень интересные. Так что заходите на тот канал и обязательно смотрите рецепты. Давай сначала попробуем без собаки. Так, чтобы пятачков было видно, да? Поняла, да, как? Нужно как-то встать так, чтобы этот шкаф еще было видно сзади. Побыла фотографом. Теперь я кто? Теперь я парикмахер. Встань ровненько вот так. Вот. Я и кончики сейчас подстригу. И блондинка вообще улетучится, потому что у нее остались только на кончиках блондинистые волосы. И Леночка потихонечку превращается в мамочку. А ножницы я использую вот такие. Ну-ка, впереди вот так посмотри. Повернись. Ровненько поставь голову вот так. Красавица моя! Какая хорошенькая стала! Лена. Это мои семечки. И это мой сериал. Сегодня все поменялись местами. А они взяли мое место, пойдут кошаков кормить. 6 пакетиков. 3 на одну подушечку положи, 3 на другую. Джеймс, ты дома остаешься. Смотри, какое у него лицо, Джеймс. 6? Поменяли все местами. Ленка. Что такое? Фу, блин. Ленка смотрит мой сериал, ест мои семечки, они пошли кормить моих котов. Джеймс, иди, мы с тобой тоже что-нибудь поделаем необычное. Это выход из зоны комфорта. Тебе не стыдно? Кто у котика молочка выпил? Все молочко выпил у котика. Бессовестный. Бред, молоко пьет у кота. Как будто его. Еще, блин, своим языком 2 раза из блюдечка лизнул, и больше ничего нету. Бессовестный. Donc, это кому? Это кому? Как будто тут даже семечко. Это кому ты сделала? Это для кого? Это тебе или мне? Ба, иди, покажи. А, и тебе, и мне? Угу. Покажи свой шедевр. Это он так делает мясо в духовке. Look. Look at me. Look. Нет, вот это катастрофа, да, нет больше. Это не только катастрофа, это... Это что? Это dans le jardin. В саду. Он говорит, это нету катастроф, это в саду. Ну, иди в сад. Сад. Сад? Да. Comme triste en anglais? Oui. Mais triste en anglais c'est plutôt sad. А это сад. Куда тебе за тебя еще бегемот ты, жирный? Эй, игроки! Ленка, Лен. Да. На своего жирного. На своего жирного бегемота. Папа старается, эти блюда всякие им готовит. А они что едят? Что ты ешь, доченька? Что это? А ты что ешь? Капусту. Они доедают капусту.
Слушайте звуки ночи. Вот это потому, что вот с этой стороны, получается, с другой стороны у нас вот здесь бассейн. Ну подожди, Джеймс, не гавкай. Бассейн соседей, которые застряли, приехать сюда не могут. Они только на лето обычно приезжали. Вот этот бассейн, как-то воду бы с него что ли спустить. Слушайте, какой звук. Ну вот, а получается, а комната Део вот здесь. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.